Своей юбилейной дате, 85-летию, Национальный художественный музей подготовил настоящий подарок для истинных ценителей искусства. Масштабный передвижной проект, посвященный народным художникам Беларуси. Белорусский народный код национального качества. Его презентация состоялась в Белыничах, культурной столице 2024 года. А следующим выставку принял Брест. Торжественная церемония открытия состоялась в художественном музее города. С подробностями наши корреспонденты. Порядка 30 произведений живописи, графики и скульптуры из собрания Национального художественного музея Беларуси представил передвижной проект «Белорусский народный код национального качества». Экспозиция, объединившая действительно уникальные произведения, которые по праву считаются классикой, эталоном белорусского изобразительного искусства 20-го – начала 21 века, составляет часть Золотого фонда культурного наследия страны. Шедевры народных художников, которые через призму искусства напоминают нам и дают нам возможность переосмыслить красоту и ценность мирной жизни, вспомнить, каким трудом далась эта победа в Великой Отечественной войне, и ценить каждый день прекрасной жизни, ценить красоту нашей родной земли. Каждое произведение, включенное в экспозицию, это, безусловно, индивидуальный творческий взгляд мастера, со свойственной только ему манерой и техникой. Но, несмотря на авторские приемы выражения собственного видения, все произведения связаны друг с другом незримой, но очень прочной нитью, общим белорусским национальным кодом, который считывается с каждой работы. Очень точное название этой выставки, потому что мы, смотря на эти картины, они все разные, но действительно они все объединены национальным кодом Беларуси. Вот лучше на самом деле не скажешь. Отметила принимающая сторона и формат проекта. Передвижная выставка – это интересное и перспективное направление в организации выставочной деятельности музеев. Создание экспозиций, которые сами приходят в гости, шаг навстречу к своему зрителю и приобщению молодого поколения к культурному богатству Беларуси. Это уникальная возможность для приезжан и гостей города, помимо вот главной арт-площадки нашей страны, Белорусского национального художественного музея, увидеть вот эти произведения в стенах нашего музея. Воспользоваться возможностью и посетить выставку в художественном музее Бреста можно по 19 мая. А до конца года передвижной проект «Белорусский народный код национального качества» смогут оценить жители всех областных городов. Наталья Луговкина, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».